Девочки, это у нас классический 10-й колорит. Ох, как он мне нравится. Наверное, я его возьму. В свое время я брала классический 4-й. Он стоил 2 с чем-то. Сейчас, конечно, цены подорожали. Но, девочки, качество отличное. Хороший платок, теплый, универсальный, хороший размер. Все-таки мы живем с вами в прохладной стране, да, в холодной стране, и нам теплые вещи очень нужны. Ну, посмотрите, какая красота. Вот, поэтому я, наверное, возьму. Вот, и буду с удовольствием носить, в том числе и на голове, как вы рекомендовали. И сейчас хочу показать еще раз, так как уже девчонки тоже просили, девочки просили, классический 10-й отдельно. Тоже он хорош, он поярче, он классический 18, извините, он поярче, он поконтрастней, но тоже приятная ткань, тепленькая. Мне прям даже жарко стало, тепло. Все-таки шерстяная ткань, она хороша. Она хороша, посмотрите. Здесь уже больше такого рыженького, желтенького. Тоже очень такой, знаете, нарядный платок, контрастный платок для осени. Да и для любого времени года, девочки. Вот, поэтому посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание, хороший. Это художник Ирина Додонова. Ну, великолепно, посмотрите. Сейчас я на себя посмотрю вооруженным взглядом. Но прибежала в магазин. Сейчас, кстати, девочки, очень много пришло новинок, перевыпусков. Там и 72-е, и 89-е, и 125-е. То, что было с шерстяной бахромой, появилось шелковой бахромой. Вот, в частности, 146-е шелковой бахромой. Вот сейчас Ирина для нас готовит новые обзоры. Здесь и браслет в разных колоритах, здесь и над серебряной водой. В общем, приезжайте, смотрите. Шелк есть, вот край сандала есть, перевыпуск, поэтому обращайте внимание. Вот, и в заключение тоже девочки просили показать, давно еще в августе, но просто не было возможности. Это подружки на посиделке. Подружки на посиделке показывали обзор всех колоритов, их много. Это у нас 135 на 135. Шестой колорит Жукова Елена. Вот такой красивый, с такой красивой каймой, нарядный, яркий, вот, праздничный. Есть еще в нескольких других колоритах. Их всего, наверное, колоритов там, по-моему, 6. Ну, где-то так. Вот, поэтому, кто хотел, вот показываю. Честно, разучилась уже делать обзоры. Да. Месяц как не делала. Девочки, вот так он выглядит. Давайте покажу сзади. Очень мягкая шерсть, итальянская шерсть. Очень такой качественный, хороший платок, тепленький. Вот, поэтому приходите, примеряйте, подбирайте себе. Сейчас самое время носить. Все, девочки, у нас 9 месяцев, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. 9 месяцев будет холодно. А что, как... Не согревает полово-посадский платок, и плюс еще это красота, эстетика, женственность. Вот, любой платочек. У меня, конечно, еще мысль, ночная серенада, хотелось бы повторить. Но пока я держусь, может быть, позже. Да, я что-нибудь повторю. Ночная серенада, очень универсальный, хороший, небольшой платочек. Вот сейчас вот Ягуар на мне, Ягуарчик, 15-й колорит, Виктор Зубрицкий, нравится мне. В общем, девочки, приходите в магазин, давайте поддерживать розничную торговлю, розничные магазины. Они сейчас нуждаются в том числе в нашей помощи, понимаете, чтобы была выручка, чтобы магазины были, существовали, чтобы мы могли приходить и получать вот это замечательные положительные эмоции, видеть эту красоту, наслаждаться ей. И продавцы нам просто очень помогают в выборе, в показе, в выборе. Поэтому... Всех ждем в нашем любимом магазине Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 28. Все, друзья, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, постараюсь на все ответить. Еще ждите новые обзоры, так что до новых встреч. Мы не прощаемся, привоз, много всего интересного, поэтому все сразу же не обозреть, но мы будем стараться. Всего хорошего, до свидания, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк, всего хорошего, до свидания, пока-пока.